не нравится, ставьте дизлайки. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня у нас в ролике, в видеодневничке, два эпизода. Первый эпизод, с которого мы начнем, это распаковка очередной книжицы, прилетевшей ко мне из города-героя Москвы. А если вам распаковки не интересны, вы можете пропустить этот эпизод и плавно перейти ко второму, к видам осеннего Петропавловска от АЗС до краевой больницы под ненавязчивую музыку. Но все-таки давайте приступим к распаковке. Книги я люблю распаковывать на природе. А упаковку от этих самых распакованных книг никогда не бросаю за спину или под ноги. Потому как мусорить на природе неприлично. Что же за книжица прилетела мне сегодня? Дмитрий Голковский. «Бесконечный тупик». Первый том. У меня эта книга только в электрическом виде. Кстати, в электрическом виде ее читать достаточно легко, потому что она полна всяческих гиперссылок. Но мне всегда хотелось иметь вот именно вот это вот издание. И тут мне удалось случайно найти на интернет просторах, если точно, на сайте Alibru, alib.ru. Это сайт букинистической книги. Кстати, это не реклама, я просто упоминаю, что это действительно самый крупный интернет-сайт, где можно купить бывшие в употреблении книжицы. Так вот, там я нашел очень недорого первый том. Второй том ищу уже давно, найти тоже не могу. Кто такой Дмитрий Евгеньевич Голковский? Объяснять вам, я думаю, не нужно. И что такое «Бесконечный тупик»? Одна из величайших книг нового времени, русских книг, тоже объяснять не нужно. Вот такую вот книжицу я получил. Дмитрий Голковский, «Бесконечный тупик». Вы узнали, какое увлекательное чтение, точнее перечитывание, ждет меня в ближайшее время. Теперь приступим ко второму эпизоду моего сегодняшнего видеодневничка. И эпизод этот не будет полон никаким смыслом. Он будет похож на песнопение «Коряка на собачьей упряжке» или чучмекского акына «Что вижу, о том пою». Я прошелся ногами от района АЗС до района краевой больницы, при этом немножко снимая осеннюю столицу Камчатского края. Смотрите, вот она.
Мы посмотрели распаковку пришедшего ко мне из Москвы первого тома великой книги Дмитрия Голковского «Бесконечный тупик» и полюбовались осенней столицей Камчатского края. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени узнавать, что я читаю, и смотреть на то, где я гуляю. А не нравится, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Если вы здесь впервые, то для того, чтобы не пропускать новые видео на канале, выполните вот эти вот рекомендации, которые появились на подсказке в правом нижнем углу экрана. До свидания. Thank you.